В областной тур мегапроекта «Минказахпан» прошли три конкурсанта из Глубоковского района. Местные исполнители казахской национальной музыки выступили в трех направлениях – «Терме», «Ки» и «Народная песня». Напомним, телевизионный проект национального телеканала «Казахстан» реализуется в рамках программы «Рухани Жаңғыру» и открывает свои двери перед неизвестными музыкантами из городов и районов. Ровно год назад все эти участники следили за проектом «Минказахпан» по телевизору, болели за своих односельчан и коллег по музыкальному цеху, а сегодня они сами принимают непосредственное участие в районном отборочном туре. Пять конкурсантов решили попытать свои силы уже в ежегодном телепроекте. Я второй раз участвую в конкурсе, исполнял музыкальную композицию на старинном виде домбры, который сделал для меня мой учитель. Сегодня я впервые с ней выступил, правда, очень волновался. Я очень рад, что принял участие в таком масштабном музыкальном проекте. Глубоковский район многонациональный, однако здесь живет немало людей, которые популяризируют казахское народное искусство. Один из них – Даулет Кабдулаев. Меня научил папа играть на домбре, я с самого детства пел. Этот проект мне по душе, потому что все участники мечтают о сцене и о своей публике. Также он помогает раскрыть в себе творческий потенциал. Самый молодой из участников проекта Арна Батиханов. Его искусство игры на домбре вдохновило многих зрителей в зале, а также жюри проекта. Очень волновался перед выступлением. Впервые меня познакомила с домброй мой учитель в 7 лет. С тех пор я с ней не расставался. Мы должны развивать себя духовно, и тогда нашу страну признает весь мир. Хочется, чтобы наше искусство развивалось, и чтобы о нем не забыло молодое поколение. Тем людям, кто популяризирует народное наследие, я хочу пожелать удачи. Из пяти конкурсантов трое прошли в следующий тур. Теперь их задача – пройти творческое состязание среди лучших районных музыкантов. Флюра Сарсимбинова, Мируэрт Расулова, Евгений Щетников, Алтай Акпарат.